Третий генный ключ – дар новаторства. Конец островного менталитета. Особенно примечательно в третьей тени то, что, несмотря на ее узкий, основанный на страхе, одноклеточный взгляд на жизнь, в ней также содержится и ключ к нашему будущему. Все, что нужно сделать, это оглянуться на нашу эволюцию и увидеть, к чему она неизбежно должна привести – к третьему дару новаторства. С размножением одноклеточных организмов на планете эволюция готовилась к квантовому скачку, великому переходу к многоклеточной жизни. Если бы глубоко в клеточном ядре действительно главенствовало эгоистичное побуждение, очень маловероятно, что какие-нибудь две клетки смогли бы объединиться, поскольку само их устройство побуждало бы к соперничеству. Следовательно, гениальность клетки и ее настоящий мозг должен находиться именно там, где он и находится, по мнению квантовых биологов – в клеточной мембране. Мы знаем, что мембрана позволяет отдельной клетке реагировать на окружение. Однако это ведет еще дальше. Она должна позволить ДНК воспринимать влияние окружения. Это фундаментальный принцип квантовой биологии, который существующий биологический догмат считает ничем иным, как ересью. Сейчас мы сможем убедиться в том, что в действительности жизнь функционирует именно так. Миллионы лет назад одноклеточное сознание совершило квантовый скачок в многоклеточное. А это значит, что заложенная в ДНК программа индивидуального выживания должна была либо мутировать, либо приспособиться к тому, чтобы клетка была ассимилирована большим организмом. Применяя ту же метафору к человечеству, мы видим расширение возможностей человеческой индивидуальности благодаря третьему дару новаторства. Новаторство встроено в жизнь. Другими словами, сама жизнь спроектирована для того, чтобы превзойти свое изначальное программирование и обнаружить новые и более высокие формы сознания. За пределами эгоизма и хаоса лежит сфера сотрудничества и новаторства. Новаторство возникает лишь тогда, когда вы действительно начинаете мыслить самостоятельно. Может показаться, что это происходит каждый день, но на самом деле это встречается относительно редко. Чтобы быть настоящим новатором, вы должны достичь очень высокой частоты, позволяющей выйти за рамки коллективного видения. Дар новаторства гораздо более захватывающий, нежели простое творчество. Он предполагает, что вы навсегда вышли из основанной на страхе перспективы теневой частоты. Новаторство процветает на оптимизме, хотя это не тот оптимизм, который строится на надежде. Подлинный оптимизм – это динамическая энергия в сердце созидания. Благодаря третьему дару вы получаете доступ к более высоким аспектам своей ДНК. И это не означает, что меняется сама ДНК, но частота, проходящая через нее, активирует ее скрытое программирование. Именно так одноклеточная жизнь уступила дорогу объединению, и именно так человеческий эгоизм должен уступить и уступит дорогу коллективному сознанию. Целое гораздо сильнее, чем составляющие его человеческие индивидуальности. Вот в чем ключ. Новаторство по своей природе предполагает сотрудничество. Чтобы жизнь мутировала по направлению к высшему порядку, вы должны соединять и синтезировать. Путь новаторства в широком смысле означает улучшать что-либо путем внедрения новых элементов. Те, кто обладает третьим даром, являются великими синтезаторами жизни, потому что понимают первичный закон, вплетенный в ее основу. Объединение равноценно эффективности.
Это всеобъемлющее послание зашифровано в кадоновой группе, известной как «Кольцо жизни и смерти». Все это основано на изменении, что отражено в китайском названии «Идзин» – «Книга перемен». Жизнь непрерывно мутирует и превосходит различные уровни и убеждения, включая в себя все. Кем, чем и где бы вы ни были, если вы не меняетесь непрерывно, вы умираете. Третий дар также учит нас еще одной замечательной особенности синтеза, связанной с другим, зачастую игнорируемым человеческим даром – даром игры. Если вы хотите увидеть настоящий дух новаторства, вам нужно всего лишь понаблюдать за играющим ребенком. Глядя сквозь призму третьей тени, кажется, что дети сеют только хаос. Но с более высокой точки зрения третьего дара, ребенок является живым воплощением гения. Если мы вспомним образ клеточной мембраны, пропускающей определенные частоты из окружающей среды, которые затем оказывают влияние на ДНК, то это именно то, что демонстрирует нам маленький ребенок. Он не только меняет свое окружение, как известно любому родителю, но и меняется под влиянием окружения. Дар новаторства требует от взрослых точно так же позволить себе формироваться под воздействием окружения. Это означает, что вы должны быть такими же открытыми и восприимчивыми, как дети. Все предвзятые мнения, догмы и убеждения необходимо отбросить, если они больше не служат развивающему синтезу. Новаторство также требует глубокого чувства внутреннего доверия. Продолжая работать с этим даром, вы будете непрерывно совершенствовать и менять свою позицию. Даже не вполне еще понимая, как все согласуется между собой, вы уже чувствуете основополагающий дух объединения и, кроме всего прочего, получаете от этого огромное удовольствие. Сейчас с помощью дара новаторства человечество должно импровизировать, чтобы пережить грядущие столетия. Так же, как и древние одноклеточные существа, мы должны мутировать, чтобы стать сложным многоклеточным организмом. Подобно развитию нервной системы у этих древних организмов, завершившемуся возникновением мозга, мы развивали правительство и современную глобальную культуру со множеством коммуникаций. Однако наш величайший акт новаторства, заключающийся в буквальном перемещении нашего интеллекта из черепа в гораздо более продвинутую систему солнечного сплетения, еще не состоялся. Точно так же, как и настоящий мозг клетки находится в ее мембране, а не в ядре, так и доступ к нашему истинному интеллекту происходит через эмоциональную систему. Подобно клеточной мембране, система солнечного сплетения определяет, какие частоты проходят через наше тело. Таким образом, когда индивидуум мутирует до восприятия высоких частот, они разблокируют высшие организующие начала коллективной жизни, встроенные в ДНК. Не мы принимаем это решение, а жизнь. Эти коды уже ждут внутри нас, связанные единой нитью среди запутанных путей в глубине нашей ДНК. Такова сакральная тайна. Жизнь рассчитана на постоянное изменение. И человек старого типа со своим одноклеточным островным менталитетом уже отжил свой век. Третий генный ключ – ситхи, невинность. Все играют и не работают. Обсуждая третью тень и ее дар, мы заглянули на довольно сложную территорию для понимания истинной глубины и значения третьего генного ключа. Как ни странно, в действительности понять его проще простого, если вы выйдете за пределы ментальной сферы. В абсолютном зените своей чистоты третья ситхи представляет собой невинность. Эта ситхи напоминает нам,
что вся жизнь, включая и человека, в своей сути невинна. Самое распространенное человеческое заблуждение в том, что мы не считаем себя частью жизни. Наш ум пытается внушить нам, что мы можем контролировать жизнь, но на самом деле это всего лишь иллюзия, порожденная умом. Человеческие существа – это инструмент жизни, эксперимента жизни. Но мы никогда не сможем стать хозяевами жизни, поскольку являемся всего лишь ее частью. В наши дни люди все еще центрированы в голове. Мы уже видели, как сильна наша потребность в том, чтобы центр или ядро контролировали жизнь. Эта потребность отражается на всех уровнях нашего мышления и всех уровнях нашего общества. Она воплощается в нашем поиске Бога. Мысль о том, что ничто не контролируемо, приводит нас в ужас. Что бы случилось, если бы в мире не было правительств? Что бы могло произойти, если бы у нас не было религии, образования, полиции, армии или денег? Единственный ответ на этот вопрос, который мы можем дать из-за нашего недоверия в жизни, это хаос. Правда же состоит в том, что мы не знаем, что бы произошло, но ребенок внутри нас очень хочет это выяснить. И это то, с чем связана третья ситхи. Никаких барьеров, никаких законов, никакой работы, только игра. Как биологический вид, человечество очень сильно себя недооценивает. На данный момент мы представляем собой самый передовой разум на Земле. Однажды, когда современный человек станет пережитком прошлого, мы оглянемся на это время сквозь третью ситхи и удивимся, почему мы были такими серьезными в эту эпоху нашей эволюции. С точки зрения третьей ситхи, мы действительно забавны. Человеческое сознание должно пройти через фазу, в которой оно считает себя центром Вселенной, что является грандиозной шуткой для третьей ситхи. Тем не менее, для ребенка игра абсолютно серьезна. Игрушка в руках ребенка становится центром его вселенной, подобно тому, как жизнь каждого отдельно взятого человека становится центром его вселенной. Мы не осознаем, насколько нам повезло в том, что мы живем и играем в этом грандиозном спектакле сознания со всеми его игрушками мира форм. Однажды ребенок вырастет. Человечество эволюционирует к своему великому финальному предназначению во всеобщей космической гармонии. Но одно несомненно – сознание никогда не повзрослеет. Оно будет продолжать исследовать, играть и экспериментировать всегда, потому что его природа – невинность. Жизнь невинна, мы являемся жизнью и, значит, тоже невинны. Это уравнение для следующего тысячелетия. С приходом в мир третьей ситхи, и это произойдет очень скоро, в человечестве проснется память о своей невинности, потому что первыми носителями новой судьбы человечества будут именно дети. И странной особенностью этих детей будет то, что их сознание никогда не вырастет и не станет серьезным. Их осознанность будет функционировать совершенно по-другому, полностью отличаясь от нашей современной осознанности, глубоко центрированной в мозге. Их мозг станет самим окружением. Он будет внутри каждого человека, животного, растения, камня или звезды. Мы еще не можем вообразить себе такое космическое сознание, но скоро оно буквально обрушится на наш мир, словно огромная волна цунами. Человечество будет меняться изнутри так же, как меняется жизнь вокруг. Оно формируется своим окружением. Если оно начинает представлять угрозу для этого окружения, тогда жизнь, транслируя это сообщение в свою клеточную структуру, заставляет его мутировать в более эффективную форму. Решение об этом принимается не человечеством,
Это решает единый организм. В этой игре нет проигравших, поскольку каждая клетка невинно вносит свою лепту в виде собственной уникальной информации в целое. В процессе мутации активируются новые жизненные коды, и те клетки, которые не мутируют, просто отмирают. Это абсолютно естественный и органичный процесс, уже начинающий происходить с человечеством. Мы боимся его, потому что не доверяем собственной невинности. Великий человеческий страх – потерять свою уникальность. Если бы мы потеряли ее и превратились в первичный бульон, это действительно был бы эволюционный шаг назад. Однако эволюция не идет в обратном направлении. Она знает только прогресс. Отказываясь от своей индивидуальности, мы на самом деле создаем другую, более обширную личность, одновременно и коллективную, и индивидуальную. Человеческое тело само по себе является лучшим примером направления, в котором движется человечество. Наше тело эволюционировало из одноклеточных амеб, реагирующих на окружающую среду. Ни одна клетка в нем не может позволить себе быть эгоистичной, иначе мы бы умерли. Жизнь спонтанно открыла в своей невинности самый простой способ продолжать эволюционировать. Это интегрировать все соперничающие отдельные клетки в единый организм. Какие невероятные вещи обнаруживает жизнь, когда ей не мешают играть? Это центральная идея, содержащаяся в кадоновом кольце жизни и смерти. Нужно глубоко доверять хаосу игры и уважать его. Игра – выражение гения, а гений всегда находит новое решение задач, с которыми он сталкивается по пути. Мы все на самом деле дети, дети Вселенной, и наша единственная настоящая работа заключается в том, чтобы забыть о своей серьезности и наслаждаться каждой из уникальных драгоценностей, которые нам преподносит жизнь. Читая описание третьего генного ключа и различных уровней его частот, вы могли удивиться масштабу эксперимента, в который вы вовлечены. Как сказал Эйнштейн, Бог не играет в кости. Человеческий ум не в состоянии охватить такие глубокие озарения. Несомненность порядка во Вселенной – это ощущение, которое можно уловить только с помощью более продвинутой системы осознанности, которую мистики называли разными именами. Прежде всего, она приравнивается к человеческому сердцу и чувству любви и единства всего сущего. Ваш истинный дом находится не в вашем теле, так же, как и нет единственного руководящего всем центра во Вселенной. Центр, который вы ищете, это само чувство любви, как проявление вашего вечного состояния невинности в каждой точке Вселенной.